сейчас без собак. Я тебе расскажу еще одну гачинскую историю. Как я не женился. Так ты что? Не женился. Не женился? Нет, ну я женился потом на Светке Соколовой, а как я не женился на Альбине Терентьевой. Ну, это гачинская история. Просто получилось так, что нас поймали за язык с Альбиной. Мы вроде бы должны жениться. Ну, это было за столом у Коли Терентьева, Николая Терентьева, это город Гальчика. Вот. Мы забыли об этом. А ровно через месяц нас собрали друзья. Альбинка была... Ларки и все остальное, работа в ларках, ну, а по вечерам, конечно, не было. Вот, нас собрали в гачинский ЗАГС, и выстроила вся гачина с цветами, такая свадьба Альбины Черенчевой и Димы Цветаева, ни с того ни с чего. Вот. А Серега Рейсман, такой днинец был, ну, я думал, что он жив, идеальный бог, сел семерку, сказал, в ЗАГСе спросили паспорт Альбина. У меня паспорт был, а Рейсман сел в семерку, которую мы привезли из Польши, от границы с Германией. О, хрен вам, а не паспорт Альбина. Гоняйте. И вот так вся гречина осталась стоять с цветами в ЗАГСе. Вот, а семерку мы пригнали. А ты знаешь, с кем мы, с Глебом Полосухиным? И ты... У нас еще есть террорист, который нажимает на газ и никогда не останавливается. Террорист, что? Ага, я потом расскажу. Так вот, Эйтман сел в семерку и сказал, хрен вам, а не паспорт Альбины. Вот так я... Гуляйте хвастай. Вот так я не женился на жене Николая Терентьева. А Серега Эйтман... Ребят, мы с радостью признали машину, семерку. Из Польши. В границе. От Германии. А Эйтман взял так. Это, кстати, прекрасный человек, Эйтман, у которого сейчас, наверное, уже совсем другая машина, но Mercedes Vito у Эйтмана стояла Tesla из Росэлектро. Мои динамики. Гоза ветров, ну, рассказывай. Кафе «Отдых». Сейчас, подожди, я сейчас расскажу, с кем пригнали машину из Польши. И на второго радиста КПТ остановили.